Так как основной объем реконструкции по ямочному ремонту на центральных улицах уже выполнен, то адреса работ перенеслись в более отдаленные районы города. Апгрейд сейчас переживает улица Свято-Афанасьевская. Погода позволяет проводить ремонтные работы даже в зимний период, в том числе в выходные дни. Для латания дорожного полотна используется литой асфальтобетон. С начала года уже выполнили более 1700 метров квадратных. Конечно, хочу сказать, в первую очередь выполняется на магистральных улицах и с улицами с общественным транспортом. Этот ямочный ремонт является временной мерой, потому что в летний период будет уже происходить серьезное восстановление асфальтобетонных покрытий. Работы ведутся и по замене светильников на светодиодные. Из 32 тысяч световых опор, которые освещают Брест, почти 12,5 тысяч уже светодиодные. Это Варшавское шоссе, одна из знаковых магистралей города над Бугом. Сейчас здесь вовсю трудятся электрики. Привычные лампы автомагистрали изменяют на новые. Все работы ведутся за счет городского бюджета. Во-первых, улучшается освещение улицы, и, во-вторых, очень хорошая экономия электроэнергии, что выливается в конечном итоге экономия бюджетных средств на расходное освещение. В этом году, вот с начала года, мы уже поменяли 2000 светильников натриевых на светодиодные. В планах на этот год, но у нас еще есть 4000 светильников на складе, мы их поменяем, и будем участвовать в программе энергосбережения. Если мы выиграем эту программу, еще заменим 5000 светильников. Активные работы могут принести некоторые временные неудобства водителям, но это оправдано, поскольку сделают дорогу для автовладельцев и их пассажиров еще более комфортной.